И всех с наступившим 2021 годом. Это у нас будет первый в этом году выпуск лучших реплеев. И особенно приятно, что он будет, во-первых, от моего соклановца Asus Prox 99. Во-вторых, на M48 GAU8, которую, как вы знаете, я люблю. И эта машина далеко не часто появляется в этих выпусках. Она не самая простая, хоть и довольно-таки домашняя, да, но она не самая простая в применении. Поэтому будет интересно посмотреть, как он вытащит эту катку. А катка будет не самой простой, и к тому же результаты в конце будут очень хорошие. Итак, начинается бой с того, что он подъезжает вот на этот холмик. В целом тут начинаются стандартные на этом острове карусели, да. Какая-то небольшая кучка поехала на воду принимать, там 249 МГМ и ТТБ, принимать противников. Все остальные в целом ломанули по стандартной АБ линии. И теперь, и судя по всему, по центру, да, XM пролетел, здесь ловить нечего. В центре уже никого не будет, поэтому нужно куда-то перемещаться дальше. Видно, что по миникарте большая часть противников приехала точно так же, только наоборот, да, что называется, на воду. И какая-то небольшая кучка приехала принимать всю толпу. Там Терминатор и Леклерк 4, Т4. В общем-то, как раз и Леклерка Т4 сейчас он и будет замечать, да, как раз на него он и первого поедет. Хотя сначала здесь Меркавка, да, нарисовалась, но Меркавка пока недоступна, и он замечает именно Леклерка, решает ворваться Леклерку в спину. Ну, конечно, плохая идея была здесь оставаться, тем более вот с такой позиции, с которой ты уже просто не уедешь, тебя 100% со всех сторон будет закрывать и убивать. Ну, в общем, как раз что и происходит. Правда, не особо пока получается надамажить, но фражик забрал всего 253 урона, но хотя бы забрал фраг. Там дальше допинают сейчас вот-вот уже Терминатора, и в целом этот фланг будет открыт. В это время, естественно, противники на воде всех убили. Внезапно, наверное, для тех пацанов, которые там остались, внезапно их всех убили. И здесь остается только Т-15, который, естественно, тоже сейчас будет быстренько отваливаться, потому что, ну, не может любой танк, какой бы он ни был, принимать сразу целую толпу нескольких противников. Пытается немножко здесь прошить, да, но не попадает, и пятнашку забирают. Куда ехать дальше? Это хороший следующий вопрос, на который как раз Asus забирается на эту горочку и начинает думать. Ехать куда-то на воду и пытаться догонять противников? Ну, плохая затея, хотя как бы периодически приходится это делать. Судя по всему, противники там уже проехали, либо остались там самые незаметные и дамажные какие-нибудь на острове, которых ты не пересветишь на MGM по воде кататься, на MGM, на М48. На М48 по воде кататься не самая лучшая идея, незаметности нету, подвижность так себе. Поэтому он решает просто-напросто вернуться. Хотя иногда это тоже плохая затея, потому что ты можешь нарваться на такую же толпу противников. Но в целом по миникарте более или менее видно, что противники по центру. И здесь залетает один XM. Очень удачно, да, К-21 союзный на тебя агрит этого XM-а, и дальше происходит вот это. Вот за что я люблю М48 ГАУ-8. Вот после такого зажима ты просто сидишь такой довольный, и в принципе уже не важно, как закончится бой, ты уже довольный. Но еще нужно тащить, да, тут замечает МГМ-ку, МГМ-ка, к сожалению, поздненько засвечивается, не получается всю дать очередь, и МГМ убегает, но нарисовывается просто манящая корма Меркавки, и там еще одна Меркавка собирается вроде бы подъезжать, но вовремя останавливается, что называется. Нужно перемещаться дальше. В центре противники сосредоточились большой толпой, и этим нужно сейчас как-то быстро пользоваться. Причем, вроде бы, казалось бы, ну, какой вариант? Объехать сейчас через мост и за ним, к ним в спину заехать. Но Asus выбирает лучший вариант. Он забирается вот на эту горочку впереди, с которой он как раз в начале и начинал. Счет 4-8. Обратите внимание, 4-8. Все плохо. Он заезжает на эту горочку и начинает зажимать первого Меркавка. Меркавка отлетает, 2000 урона. Один тайп успевает убежать. Там вдалеке ПЛ-ка светится. В это время, конечно, напрягает гранатометчик, но это того стоит, получить там 180 урона для того, чтобы кого-нибудь запилить. Тем временем, здесь еще ПЛ-ка там начинает крутить своего союзника. Тут залетает тайп 10. Его как неудачно так не видно за какими-то холмиками, да. Здесь еще выезжает Меркавка недобитая, получается ее быстренько добивать.
Там дальше Леклерка начинает союзного пинать, он там кое-как отбивается, но к нему приезжает ПЛ-ка с большим количеством прочности. Зажимает эту ПЛ-ку, уже она исчезает, но зажимает до последнего и добирает ПЛ-01. И теперь можно выдохнуть и посмотреть на счет. 3-3. 4-8 только что было, уже 3-3. 5 фрагов собрал, очень вовремя сделал эти фраги, потому что если бы он этого не сделал, то дальше бы эта толпа поехала бы и запинала бы оставшихся союзников. А оставшиеся союзники, я отмечу, как бы 3-3, но у них 2 МДМ-ки и ПЛ-ка фуловые. У него вот К-21 уже отвалился, и остается одна меркавка, у которой буквально там крохи прочности. И, конечно же, нужно лететь, соединяться с этой меркавкой, чтобы хоть как-то помочь ей отбиваться. Потому что к ней, в принципе, вполне возможно, могут сейчас приехать и убить, и вдвоем, как говорится, всегда веселее. В общем-то, он это и делает, да? Он максимально быстро торопится соединиться с меркавкой для того, чтобы вместе уже как-то придумывать, что дальше делать, куда дальше двигаться. И очень вовремя, потому что прилетает в это время противника ПЛ-01 фуловый. Он должен просто без шансов забирать меркавку, но он здесь начинает что-то как-то стесняться, что-то остановился. Тут в это время он просто игнорит М48, пытается во что бы то ни стало добить шотную меркавку, но как-то у него это неуклюже получается, он потерял уже пол хп. И вроде бы надо уезжать или как-то сосредоточиться на другом противнике уже огонь. Но нет, он все еще пытается пробить меркавку. Не знаю как, не добивает. Видимо, у него не знает про наличие кумулятивно-осколочных снарядов. Короче, меркавка остается живая. А у Асуса уже 9700 дамажки и 6 фрагов. Вопрос дальше. Что делать с МДМ-ками? И вот очень простое, казалось бы, и элегантное решение. Да просто стать на захват. Где МДМ-ки? Естественно, на островах. Они будут издалека своими этими плюхами раскидывать. Хотя, конечно, обзор у них не самый лучший сейчас, но тем не менее, хотя, в принципе, может быть и неплохой. Лучше, чем у М48. Поэтому очевидный вариант, который я, честно говоря, иногда сам забываю и игнорирую. Когда вот такая ситуация, ты понимаешь, что противников оставшихся выковыривать будет очень тяжело, да просто поедь и стань на захват. Они сами приедут. И именно это он и делает. Становится в позицию, как в это время прилетает МДМ, дает одну плюху и в это время в ответ получает хорошую такую очередь на 2200. МДМ фуловый просто сдувает. 12 тысяч урона. Продолжаем делать захват. Времени полно. Меркавка, ну не знаю, может быть она стратежно прикрывает с того фланга, конечно, союзника. Но как бы было бы неплохо тоже стать на захват. Но в целом получается все в любом случае неплохо, да. 1300 прочности еще есть. То есть одну плюху ты можешь получить без проблем. И, конечно, со второй уже лучше не экспериментировать. Вторая плюха уже может быть в ангар. Да, скорее всего, будет в ангар. Переезжает, да, меняет позицию. Это тоже важно, потому что противник оставшийся сейчас приедет и будет знать, где ты находишься. Судя по дымам с правой стороны, он уже приехал и, судя по всему, пытается из-под дымов как раз-таки проблайндить ту позицию. Делает выстрел, там что-то второй, опять кидает дымы. И Asus постоял-постоял такой, а что я стою? Да поехали и просто заберем его. И действительно, так и нужно делать. МДМ-ка не собиралась врываться куда-то, она уже начинает убегать, и поэтому очень вовремя он начинает просто давить ее на перерез, выезжает не особо скоростная машина, да, МДМ, получает очередь, хорошую очередь, но тем не менее выживает, но там уже, сами понимаете, шансов, в общем-то, и нету, да, она уже не успевает уехать, и ей нужно было, конечно, воевать, а не убегать, потому что шансов убежать здесь, очевидно, просто никаких. И в итоге, да, что называется, результаты. Смотрим результаты боя. 8 фрагов и почти 15 тысяч урона на М48 ГАУ-8. Мне кажется, отличная каточка. Хорошее начало этого года. Не забываем ставить пальцы вверх. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Присылайте свои реплеи. Всем пока.